Приветствую, дорогие мои отцы, братья и сестры. Поздравляю вас с родительской субботой, не с сопутствующей родительской субботой, которая совершается за неделю до Великого Поста. Традиционно совершается. И в этот день мы поминаем всех от века усопших православных христиан. Чему можно именно уподобить молитву за всех усопших от века православных христиан? Вообще молитва о покаянии – это молитва милости. Мы оказываем милость тем, кто уже скончался. То можно уподобить этих людей, как, например, когда мы посещаем кого-то в тюрьме. Люди сидят, порой мы их не знаем, этих людей, приходим, какую-то милость оказываем. Или в больницу приходим, слово доброе скажем. Они тоже вот именно нуждаются в нашей молитве. Особенно люди, которые усопшие, наши близкие, вообще все, от века усопшие православные христиане, нуждаются за то, чтобы за них молились. Вот если бы человек, который умер, и сейчас бы ему сказали, потому что вот у нас людей, конечно, умерших благочестивой кончиной, не так-то много. А людей, которые умерли, наоборот, в не очень благочестивой кончиной и жили такой жизнью, их гораздо, конечно, больше. И вот если тем людям, которые жили нормальной жизнью, такой богоугодной, сказали бы, ну ты если хочешь вернуться на землю, да, и пожить обратно, он, наверное, бы отказался, потому что это, можно сказать, такое предложение, как человеку, который облачился в чистые такие одежды, да, вдруг говорят, о, тебе грязная одежда, облачайся в нее. Конечно, он бы отказался. А вот те люди, которые жили не очень-то благочестиво, они бы, наверное, согласились. Вот, они бы знали, как делать, как бы жить. Как бы надо именно прожить эту жизнь по-новому, чтобы не делать того, что делали раньше. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, очень важно, что когда у нас есть сейчас возможности, силы, постараться жить нормальной жизнью. Потому что когда вот мы умрем с вами, а мы никуда не денемся, это бы, как говорится, шага никто не избегал. Врата смерти никто пока еще не избегал, кроме Господа Иисуса Христа, да, и Пресвятой Богородицы. Никто не избегал. Нам придется проходить эти врата. Поэтому, когда если мы окажемся там уже, то исправлять свою жизнь нам будет уже бесполезно. Потому что мы не сможем исправить. Сейчас мы можем исправить. Есть такая возможность. Вот. Постараться все, что мы сделали плохого, постараться такого больше не делать. А если делаем, то значит приложить усилия, чтобы такого больше не совершать. Смотреть за собой, за своими делами, за своими мыслями, за своими словами, как мы говорим, вот, что мы говорим, вот, сквернословим ли, или осуждаем кого-то. Это сейчас все можно исправить. Там уже мы этого исправить не сможем. Как молитва наша действует на тех людей, которые умерли, Господь нам не открывает. Чтобы, наверное, сохранить наше такое психологическое, психическое состояние. Нам не дано знать, но оно обязательно действует. И поэтому вот наша молитва, которую мы возносим за тех людей, которые умерли, так необходима. Необходимо прежде всего тем, которые скончались, всем. Эту молитву мы оказываем милостыню тем людям, которые скончались. И вот мы с вами должны, это наша обязанность, потребность нашей души оказывать милость. Если мы милость с вами не оказываем, то кто к нам милость-то окажет, и нас никто не помилует. Так же, да? Так же, конечно, если мы сами вот злые, немилосердные люди, кто же нас миловать-то будет? Никто нас миловать не будет. Поэтому мы сейчас, именно молясь за ближних своих, это есть именно... И мы их не знаем, многих этих людей, которые умерли. Вот на этом кладбище сколько людей похоронено. Вот. Это мы совершаем то, что мы должны совершать. Творим любовь.
как есть такое выражение, сотворите любовь. Вот мы творим любовь. Вот в день поминовения усопших, вот в дни родительских суббот, в родительские дни и вообще во время погребения усопшего читается особенное Евангелие от Иоанна. Там говорятся такие слова, именно, что все мертвые воскресли, да, о том, что именно по слову Сына Божия мертвые воскресли. И, конечно, вот само творение мира как происходило? Господь сказал слово, и мертвые воскресли. То есть и стало произрастать, что трава. Сказал Господь, новый день, да, пришел, новый день творения был у него. И так было несколько дней творения. Как эти творения происходили? По слову Божию, сказал Господь, и это произошло. И вот так же будет и происходить, когда Господь придет, чтобы судить этот мир, и когда все мы с вами воскреснем. Да? Вот. Слово, ибо скажет Господь слово, и все вы в мгновение ока, что? Воскреснем. А? Да, и оживем, да, по слову Господа Сына Божия. По Его слову мы все с вами оживем. Вот как мы оживем? Какую мы жизнь живем? Вот в жизнь будущего века или в жизнь такую муку вечную? Это, дорогие мои, зависит от нас. И когда кто-то говорит, ну это Бог-то всех помилует, конечно, Он всех милует. Он нам дает возможность, сейчас у нас всех милует, дает возможность исправить свою жизнь. Но ведь слово евангельское, слово Божие никуда не денешь, да? Никуда же не денешь. Он же сказал, да, что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Это слово Божие. Если оно сказано, оно только будет. Вот предстоящая неделя, воскресный день, она будет так и называться. Неделя о страшном суде. И мы как раз будем читать это Евангелие о том, кто будет ходить в жизнь вечную, а кто пойдет в муку вечную. Это не какая-то пугалка для нас, некая, да, что вот нас пугает, что мы как-то встрепенулись, в страхе таком вот проснулись и вдруг стали жить хорошо. Так не получится. Ибо в страхе в таком плотском нет любви. А должно быть что? Должно быть страх Божий. Он такой страх Божий. А страх Божий – это не страх плотской, не страх, что сейчас тебя вот кто-то покарает, кто-то сейчас накажет. Вот, мы сами себя накажем. А страх Божий – это когда мы боимся обидеть нашего любимого, Господа Иисуса Христа. Бога боимся обидеть. Господа Иисуса Христа боимся обидеть. Вот как мы боимся обидеть человека, которого любим, так вот и мы Богу должны бояться обидеть. Вот такой страх, вот что такое страх Божий. А плотской страх нас не избавляет от греха. Он, наверное, даже увеличит. Когда человек находится в таком страхе, он еще больше от страха начинает творить всякие глупости. Поэтому у нас сейчас есть с вами такая возможность свою жизнь исправить. Просто не надо как-то суетиться, да, а просто подумать, от чего я хочу все-таки избавиться, что мне так мешает в моей жизни, прежде всего, что мне мешает. Вот. Мой язык ли мешает говорить слишком много непотребного, мысли мои такие вот худые, которые приходят ко мне, да, в голову, что мне мешает? Это осуждение ближнего своего, немирность моя, да, непрощение. Вот, злоба, что мне мешает? Ну, если подумаем над собой, мы увидим, что очень, оказывается, много нам мешает быть нормальными человеками. И вот мы сейчас можем приложить усилия, попросить Господа, Господи, ты помоги нам исправиться, да? Помоги, кто нам может помочь? Только Господь. Сами мы не все это сделаем. А вот Господь нам может помочь, если мы этого очень сильно помогаем.